Даже мне захотелось научиться играть на чангу. Давай-давай, я знаю, тебе понравится. Хорошо, я прислушаюсь. А нас ждет кавер на твоего однофамильца. Какого? Брюса Ли? Нет, кавер на южнокорейского исполнителя Ли Тэ Мина. Это же мой двоюродный братишка. Тебе бы все шутить. Наша следующая команда в переводе на русский означает «пламя». Ей еще меньше года и не так много наград, но они очень любят Корею и стремятся к новым вершинам. Встречайте! Flame!